Привет, друзья, рад вас видеть на моем канале. Сегодня будем разбирать очень интересную штуку – видеорегистратор Digma FreeDrive 118 Dual. Что в нем крутого? Какие плюшки он предлагает и стоит ли он своих денег? Давайте разберемся. Все важные ссылки, как обычно, ждут вас в описании, так что не забудьте заглянуть туда. Поехали! Внешне Digma FreeDrive 118 Dual – это стильный и лаконичный черный гаджет, который не будет выделяться в салоне авто. Размеры у него вполне компактные – 8,7 на 5,3 на 3,4 сантиметра. Вес всего 107 граммов. Так что не будет занимать пол стекла и точно не отвлечет внимание водителя. Установка – дело нехитрое, ведь в комплекте идет крепление с присоской, которое цепляется к лобовому стеклу буквально за пару секунд. Для подключения и зарядки стандартный USB кабель и автомобильный адаптер. Все, что нужно, уже включено в коробку. Кстати, здесь есть выносная камера, которая позволит фиксировать обстановку сзади. В общем, по внешке и комплектации полный порядок. Кстати, не забудьте заглянуть в описание под видео, там я оставил ссылки на проверенные магазины и добавил для вас специальный промокод со скидкой. Пользуйтесь, пока акция действует. Что ж, друзья, давайте заглянем внутрь этого чудо-аппарата и поговорим про его особенности. Digma FreeDrive 118 Dual снабжен солидным 3-дюймовым дисплеем, на котором сразу можно оценить, что происходит вокруг. Две камеры с углом обзора 150 градусов – это как два зорких сокола, которые не упустят ни одной детали. Обе камеры пишут видео в формате Full HD, так что четкость записи будет на высоте, а все файлы сохраняются в формате AVI. Помимо записи можно делать фото с разрешением до 3264 на 2448 dpi. Мало ли, вдруг захочется щелкнуть интересный кадр на дороге. Встроенный слот для microSD-карт позволяет расширить память, чтобы все важное оставалось под рукой. А наличие разъемов mini-HDMI и mini-USB упрощает подключение устройства к другим гаджетам. Работает регистратор от бортовой сети авто, но что важно, внутри есть встроенный аккумулятор литий-ионного типа на 200 мАч. Это значит, что даже при отключении основного питания запись продолжится, пусть и ненадолго. Кстати, функции у этого девайса не просто для галочки. Здесь есть и циклическая запись, и режим парковка для фиксирования ситуации во время стоянки, и автоматическое включение при подаче питания. Так что можно указать дату и время на видео, чтобы потом легче ориентироваться в записях. А встроенный микрофон вообще отдельная тема, позволяет записывать звук, что бывает очень полезно в спорных ситуациях. В общем, FreeDrive 118 Dual – это надежный товарищ, который будет держать руку на пульсе всех событий на дороге. Теперь давайте обсудим основные плюсы и минусы модели, исходя из отзывов реальных владельцев. Минусы. Низкое качество съемки. Часто сбиваются настройки. Плюсы. Две камеры. Большой дисплей. Широкий угол обзора. Прочный корпус. Вот и подошел к концу наш обзор. Напоминаю, что все ссылки на магазины и актуальный промокод можно найти в описании под видео. Не забывай делиться своим мнением об этой модели в комментариях. Всегда интересно узнать, что думают зрители. Если обзор был полезен, поддержи канал подпиской и лайком, и тогда впереди нас ждет еще больше интересных обзоров. До встречи, друзья!